Хорошо, вот так. И давай тогда начнем. Приступим к чистке квартиры. Зрение четко и ясно. Проявляются все темные сущности, все темные негативные энергии, все энергии, которые требуют чистки в квартире. Хорошо, так, ты сейчас находишься в какой комнате? Где ты сейчас находишься? Я сейчас стою в коридоре. Напротив меня комната. Сзади меня дверь входная. Угу. Хорошо. Так, я начинаю идти по квартире. Ну, во-первых, здесь есть бесплотная душа. Угу. Угу. Так, вот давай. Это мужская. Угу. Не знаю, это родственная душа. Я имею в виду родственная по крови. Не чужой человек. Ага. А как бы фантом. Хорошо, спроси у него, хочет он уйти? Можешь открыть ему светлый портал. Да, он согласен. И на портал согласен. Хорошо, открываешь ему светлый портал, пусть уходит безвозвратно. Угу. Хорошо, и закрываешь портал. Вышел я, портал закрыла, прямо в коридоре. Хорошо, так. Он вышел так. Ну что я вам скажу, сидит... Сидит, вижу, вот кресло в зале. Угу. И там сидит такая сущность в кресле. В этом. Угу. И как будто бы так это раскачивается нога на ногу. Угу. Ну что, не сразу... Подожди, я сначала все посмотрю, что увижу. Давай, вот да, так. Да, сначала все, ага. Сали сущность. Так. Но она не одна. Сущность не одна. Там сидит мужчина. Вот в этой, да, раскачивается как бы, ну, мужского пола. Как mm-hmm. бы сущность. Семья. Семья живет mm-hmm. подселенцы, семья, он, сущность женская, вот, и двое маленьких, параллельно они подселенцы. Угу. Хорошо. Так, ну я на предмет темной энергии сейчас посмотрю. Так, угу. Я пока что иду. Так что прям еще каких-то сгустков я не вижу. Так, где идешь сейчас? Я сейчас в комнате прохожу пока. Вот, и они все в комнате, в большой комнате сейчас, вся семейка вот эта вот. В зале где это? Да, да, они там все расположились, кроме них никого нету. Дальше я иду. Угу. Комната. Угу. Ну, в настоящий момент никого не вижу там. А энергия тяжелая стоит. Ну, понятно. Ага. А, сам по себе. Ну, здесь я могу поднять вибрации комнаты, вот когда будет основная чистка, да? Мы просто во всей квартире поднимем вибрации. А так вот здесь вот тяжелая. Дальше иду на кухню. Угу. Ну, больше я сейчас вот все просматриваю уже, я и в туалет уже захожу, я уже быстро хожу, в ванну зашла,
Возвращаясь к двери, я больше не вижу портала, я не вижу. Портала точно Хорошо. нет. И никакой другой сущности. Вот такое чувство, что это просто вот подселится семья. Ну, то есть кто-то чужие, условно говоря, там или как-то пришли и с ними... Ну, энергетически с ними живет еще одна семья такая подселенцев. Из, ну, скажем так, астрала, астральная, из Понятно. Астрала. Хорошо, и давай посмотри в первую причину по ленте времени раскручиваться. Это оказывается в первой причине, когда поселение происходит. Можем ли между там что-то прочим, изменить? Между прочим, они сразу зашли сюда в новый дом. Ага, даже так. Я вообще вижу, когда все еще темное, и стены темные. Вот стены бетонные стоят. А я вижу, что они сюда заходят. И... Так, хорошо. То есть они это еще не, были... Это не зависело вот от Валентина, там, ее семьи, от каких-то событий, происходящих в доме, никоим образом. Так, хорошо, понятно, то есть они тут жили. Ага, так. Так, ну смотри, давай тогда снимем. Объясни, пожалуйста, им, да, что сейчас вибрации этой квартиры будут подниматься сильно, им станет просто неуютно здесь и некомфортно, это ну, не будет им приятно здесь жить. Мы можем им сейчас открыть портал, мы можем по ленте времени их там, скажем, в средневековье куда-то или ну, в другие места, где им будет более комфортно. Просто сейчас им просто некомфортно станет с высокими вибрациями здесь. Мы готовы им открыть портал. Они готовы тогда переместиться перед тем, как мы начнем вибрации поднимать здесь? Ну, тут отец семейства встал, сейчас просит показать им возможные варианты. Он говорит, мы вообще-то давно здесь проживаем и права имеем на это жилье. Что ты можешь предложить нам в обмен? Ну, Валентина заказала... чистку, да, вот, то есть она так же, как и вы здесь живете, мы, безусловно, уважаем вас и не хотим, так скажем, чтобы вам это было в тягость, мы понимаем, да, что вы такие же права здесь имеете, а поэтому вы можете выбрать более, вот, пожалуйста, смотрите, например, средневековье, всякие битвы там и так далее, например, такой портал, временная линия вам подойдет. Нет, они не хотят средневековья, их устраивает настоящее. И он говорит сейчас, а кто тебе сказал, что мы темные? Вы не темные? Нет. Сущность мужского. Так, а какие вы? Какие они, Лен? Точнее, не пусть они говорят, ты сама посмотри, синхронизируйся с ним. Ну, вот внешне. Они, как тебе сказать, все равно какие-то мохнатенькие, да? Uh-huh. Ну, похоже на, вот, знаешь, йети бывают. Uh-huh. Вот эти вот снежные люди. Uh-huh. Но нет, допустим, я много, да, повидала представителей подземного мира и по внешности, и по вибрациям, от них не исходит. Низкие вибрации настолько. А-а-а. Низкие. Так. Сами по себе вибрации, ну, они невысокие, скажем так, откровенно. Mm-hmm. Они ниже человеческих, эти вибрации, ниже. Где-то, я тебе, подожди, сейчас считаю, вот с отца семейства. Это где? Это плюсовые. Плюсовые. Ага. Но... не за минусом, где-то, опять же, 5-7 герц, как я ощущаю. 5-7 герц, вот как бы вот так вот.
Так это достаточно высокие такие вибрации-то. 5-7. 5-7, но не с минусом, не с минусом. Не с минусом. Так, 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 так. А считай, опять же, не синхронизируйся, просто считай с них, то есть, кто это все-таки, это что это такое? Етятя. Это я просто ассоциацию провела, так это они, ну, он говорит, что мы сущности астрального плана, нас много таких, просто ваш глаз не физически не развит для того, чтобы видеть рядом с собой проживающие настолько, можно сказать, параллельные Хорошо, а вы миры. вред посмотри, Лен, точнее, не у них спрашиваю, а ты посмотри, они какое-то негативное воздействие несут на Валентину? И вообще на всех, кто присутствует, на людей, так скажем, или они параллельные и. Сейчас посмотрю, подожди. Ну вот, поскольку их присутствие там есть, а человеческие вибрации, они гораздо выше, поэтому вот чисто на вот вибрациях с точки зрения человеческих вибраций, они иногда ощутимы. То есть я могу сказать с большей вероятностью, что человек, который там проживает и знает это пространство, что он ощущает некоторое некомфортное присутствие рядом с собой. Вот именно чисто вот соседство. Это ощущается, это я точно скажу. Но это так, чтобы было какое-то влияние прямо негативное из-за этого отток энергии. Этого нет. Так, они, Однозначно то нет. есть они не питаются энергией людей негативно, ну, то есть негативными не питаются, я так понимаю, 5-7 герц у них плюса. Нет. А он и негативно не питается, но и позитивно не дает. То есть они существуют как бы параллельно. Это типа как, ну, что в простонародье называется там, ну, это не совсем барабашка, да, то есть, но ну, это как бы просто сущности астрального плана, Сущности которые. астрального плана, но и не домовые, которые вот там следят за домом, хотя бы ухаживают за ним, оберегают его. Но Вот они не нет. вредят. Нет, они не вредят, они просто там существуют в своем пространстве. То есть хорошо, никак не интерферируют, не. Не интерферируют им, вот это безразлично абсолютно. Они вот не соприкасаются никак. Фух, хорошо. Так, ну смотри, скажи им, что Валентина, она как бы тоже, ну, считает себя владельцем этого пространства, да, так же, как и вы в своем пространстве делаете, что хотите, она тоже делает, ну, как бы то, что считает нужным, и она считает нужным именно сейчас чистку квартиры делать, именно повысить вибрации. То есть мы сейчас, вот она сейчас будет это делать, просто убираться в своей квартире, да. А на вас это, ну, нормально, как с этим? Смотрите сами, там, как бы Он мне вред. говорит, мы можем перейти, но не в средние века, не в прошлое, говорит он, не в прошлое. Но я понял, да, что вы уже не вредители, так скажем, не негатив, который мы чистим, а именно ну, выше вибрациями, да. Поэтому смотрите, куда вы хотите, там, может, какие-то. Они мне сейчас показывают картинку. Так. Они показывают картинку, такой деревенский дом. А в этом доме тоже нет детей, они не любят детей, почему-то не любят детей. А вот, и хотя у своих-то есть, у самих эти дети. В общем, они показывают картинку, дедушка с бабушкой живут в доме. Дом такой в деревушке, не знаю, лесок рядом. А вот, и свет горит так уютно в окне. Показывают мне этот дом. Говорят, что мы готовы перейти. Вот откройте нам подобный портал, и Хорошо. мы перейдем сейчас туда. Хорошо, ты оцени информацию, считай информацию. Это
во вред не будет этим людям, это негатив какой-то будет от этого? Или это всем будет во благо, всем будет комфортно? Дело в том, что я вот этот дом вижу вообще где-то на окраине. Вот я рядом домов не вижу. Вот на отшибе дом и лес, и там пространство. И вот почему-то они стремятся туда, что растворяться в этом пространстве, и больше места, и больше уединения для них самих. И говорит, что в подобном случае мы не будем, ну, скажем, нисколько заметны друг для друга. Хорошо. Хорошо, давай тогда открываем портал. И с благодарностью с ними прощаемся. Слушай, а нету бабушки с дедушкой? Я как бы, мне информация шла, бабушка, дедушка, да? А я сейчас в дом зашла. Я в дом зашла, а вот этот дом заброшенный. Ага, ну и еще лучше. Нету так. Там никакого бабушки и дедушки. Ну да, и не принципиально наличие людей. И поэтому... да, нет, они вот на, в этом отшибе, это как будто бы дом лесничего, лесника, не знаю. Но вот нет рядом домов. И они туда переходят, располагаются там. Детишки их бегают, все. Хорошо, возвращайся из дома обратно в квартиру. Да, я здесь. И закрываешь портал. Угу. Хорошо. Все. Высоковибрационным инструментом тогда берешь и убираем всю сгустки. Вот я пошла теперь по квартире, в особенности вот у комнаты сгустки. Есть сгустки, вот где зеркальный шкаф есть, напротив комнаты как бы чуть, если из комнаты выходить, он чуть левее такой шкаф. Там есть темные сгустки. Так, вот оно разошлось немножечко в зале, так вот убираю. Ну, по периметру вообще я все просто прохожусь по периметру. Все, есть. Так, хорошо. И давай теперь поднимаем энергии, вибрации. Так, я поднимаю энергию вообще в квартире, в самой вообще повсеместно, до 24 Гц. Сама будет энергетика в квартире. Хорошо, я посчитаю до 3. И на счет 3 мы поднимаем энергии вибрации квартиры до 24 Гц. 1, 2, 3. Пошли вибрации. Скажешь стоп, когда хватит. Идет. Вот это выглядит так, как в лучах света. Вот что-то бывает искрится. Вот так же воздух искрится. Вот. В каждой комнате. Наполняется будто бы ионами, ионизируется пространство энергетически. Ну, вот квартира сейчас светлая. Светло, причем свет такой не электрический, чистый. Дневной свет, активный. Хорошо. Все, да? Сделано. Да. Хорошо. Так, все, квартиру мы почистили. На этом... заканчиваем